И вновь к новостям Грузии. Тбилиси плюс 35. В грузинской столице продолжается межправительственная природоохранная конференция. Форум посвящен углублению знаний в сфере охраны окружающей среды. В эти минуты перед делегатами выступает первая леди Грузии Сандра Рулофс. По итогам встречи будет принято коммюнике. Документ определит направление развития образования в сфере охраны природы с 2015 года. Его уже подписали главы природоохранных ведомств Грузии и Литвы. Цель мероприятия – оценка национальных, региональных и международных природоохранных мероприятий. Для этого в Тбилиси собрались более 400 делегатов из разных стран мира. Форум приурочен к 35-летию первой конференции ООН по образованию и проблемам экологии. Она прошла в Тбилиси в 1977 году. Цель нашего визита – поддержка соглашения по охране окружающей среды. Образование – очень важный элемент в этом вопросе. Мы говорим не о школах и высшем образовании, а о подобного рода конференциях. Люди должны заботиться об окружающей среде и знать, как это делать. Мы очень тесно сотрудничаем с остальными делегатами для достижения этих целей.